Вместе с вами работаем, ярких, талантливых, интересных, творческих. В городе огромное количество наших юношей, девушек. Я искренне благодарен участникам конкурса за то, что вы заявились, приняли участие. И мне очень хотелось, чтобы вместе с организатором мы на следующий год как-то подготовились более, не знаю, качественные, ответственные. Мне кажется, вот ярких, талантливых, интересных людей должны, наверное, приветствовать полный зал. И обязательные условия, возможно, сделаем мое такое предложение. Обязательное участие группы поддержки. Ваше огромное количество друзей и товарищей, которые должны видеть, участвовать. И вам есть чем гордиться. Мы буквально вместе с вами совсем недавно были от пятницы вечер на общегородском выпускном. Я очень был впечатлен, и до сегодняшнего дня еще делюсь со своими старшими товарищами, когда озвучивали заслуженные такие успехи наших выпускников. Это огромный список, нам хватило одного человека бы, наверное, целый класс. И те, кто сегодня рядом с нами на сцене, тоже огромный список достижений, невзирая на такой юный возраст, а достижения довольно-таки серьезные для, в том числе, для взрослой жизни. Ребят, вам огромное спасибо за то, что вы проявляете активное участие в социальной, культурной, спортивной жизни города. И на самом деле вы цвет города, вам огромных новых творческих успехов, что постоянно были поиски, не останавливались, и мы под бурные аплодисменты зала вас благодарим за ваши достижения. Поздравляю, ребята!